Фокус-покус. Всем привет. Время 8, там с копеечками. У меня сегодня день рождения. Поздравляю тебя, Света. Будь счастлива, успешной, здорова. Процветай. У нас такое ураганище было, он меня и разбудил. Долго. Я, короче, мучилась. Сейчас, наверное, и решила встать. Вот. Такой месяц, жалко, вам не видно, какой красивый рожок. Потому что сумерки, ветер бывает, поддувает спину, ничего себе. Какие красивые тучи над горами. Ну что, сейчас у нас плюс один. Ой, минус один, что я болтаю-то? Минус один, по-моему, минус один, да. Градус, ветер холодный. Вот. Красивое небо. Плохо показывает, потому что сумерки. Ветер. Такой ветер был, у меня там паласы здесь сушится. Как загромыхало все на балконах. Короче говоря, немного о кино, друзья мои. А, Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. Минус один градус, холодный ветер, легкий ночной снежок был. Какой противный гаденыш, а! Пока не получит, не отстанет этого дерьма. Вот лужа, которую я вчера снимала. Все, что от нее осталось. Ага, давай. Молодец, провалился. Бестолочь. Короче, друзья, немного о кино. Вчера я смотрела, начала смотреть два мини-сериала. Один называется «Домик на счастье». Надоело мне, я решила другой посмотреть. Вот. Я лежала на диване почти целый день, потому что плохо себя чувствовала. Ну ладно, не будем вдаваться в подробности. Вот. А второй называется «Любовь и море». Тоже нудистика такая, тоже мини-сериал. Кому нравятся мелодрамы, такие мини-сериалы, можете посмотреть. «Домик на счастье» — он такой, комедия. А «Любовь и море», ну, комедия не назовешь, просто мелодрама. Вот так вот. Мы пойдем немножко с дружком пробзимся, он уже замерз. Ты что, замерз? Стоит тут уже как на приседках. Всем хорошего, доброго дня, благодати, радости, бытия и счастья. Здоровья, друзья, любите мир, и он обязательно ответит вам взаимностью. Всего самого хорошего. Вот, что, прикол ходить по луже туда-сюда? Уже третий раз прошел, уже лапы все намочил, конечно, будут мерзнуть. Все, это моя музыка, ветер там играет на балконе, слышите? До встречи, чао, какао, доброго денечка, волшебного денечка, новых открытий, пока.